Ну что, ребята, вот мы и поиграли на Су-14-1 из коллекционного теперь раздела, когда это было в исследовательской ветке, данная техника. Вот мы и нагоняем эту технику, очень быстро проходим, поэтому у меня два варианта. Без кипарика, ну потому что открытый верх, да, как говорится, лицом встречает всех. Но и при этом не лезет на рожон, да? Поэтому такой как бы без кипарика. Да, давайте наречем. Это первая арта. Ну, хотя Буратино у нас уже был без верх. Но вот мы его назвали Буратино, да? Как всем принято. Я как раз и вспоминал, сколько я поставил Буратино. И поэтому без кипарика... Без кипарика... Я ставлю 6 из 10, среднее впечатление, потому что мы очень быстро пролетели. Легкие такие, ну, орудия хорошие, то есть к орудиям вообще претензий нет. А вот с точки зрения, конечно, он длиннее. Мы как раз в последнем бою видели Буратино, он длиннее Буратино. И вот это тоже уже такой недостаток, да, что он более массивная цель. Он менее тоже поворотливый. Хотя, мне кажется, он даже менее поворотливый, потому что он еще длиннее. И вот такая компоновка, плюс защиты верха нету. Но она не сильно-то на самом деле и нужна для арты, потому что если уж на нее вышли, это сильно не поможет. Есть у тебя кипарик, нет у тебя кипарика. Поэтому без кипарика, наверное, даже более здравомыслящий подход. Но опять же, если мы будем смотреть с точки зрения реальности, все-таки верх лучше, так как вдруг дождь пойдет, снег. То есть теплее, банально теплее и уютнее. Хотя обзор такой техники должен быть хорош. Ты должен всех видеть, и вроде как у тебя силуэт должен быть пониже. Но нас засекали, в принципе, вроде достаточно быстро. И вот ощущение, что у нас обзор такой... Мы все равно заметны, потому что мы длинные. Вот, дядя Степа такой, как говорится, не герой. Ну вот я больше скажу, что все-таки назвать без кипарика. И вот выходит, что впечатление-то хорошее, потому что арта попадала. Мы не разучились играть на арте. Фраги мы набили, даже несмотря на то, что сегодня вынужден был позже запуститься, потому что лаватоп запускали, и потом еще отойти долго мне надо было. Так что, несмотря на все эти мои приключения в реале, мы успели выполнить все задачи. Поэтому с орудием вообще претензий нет. Орудие здесь... Как минимум хорошие, впечатления приятные. И вот когда я стрелял, я пытался вспомнить, а как же там Буратино стрелял, да, насколько там. Ну, там вроде дольше, еще дольше перезарядка. Но этот танк уже давно катали. Но я помню, что Буратино вроде я 8 поставил. И вот я склоняюсь, что тут как бы средние впечатления. И неплохие, и нехорошие, как бы 6. И не туда, и не сюда. Ты и плохо сказать не можешь. Даже больше хорошие, заметьте, да, я 6 ставлю. Не 5, а 6. Потому что орудия все-таки понравились. Они выполнили свою задачу, и я вот в 7 уже вечера могу округлить трансляцию. То есть меня арта не задерживала. Она мне предоставила все комфортные условия, несмотря на свои габариты. Поэтому без кипарика среднее впечатление. То есть ты вроде должен его ругать, ну, покатав на нем и успев сделать все, что тебе было необходимо за трансляцию, хотя я уже опасался, что, скорее всего, перенесем еще на завтра обкатку на Су-14-1, поэтому 6 из 10, то есть, вот, как бы, по всем показателям должно быть плохо, при этом игралось хорошо. Да, когда начинал хвалить, начинал в молоко стрелять. Поэтому, если у вас десятки прокачаны, ради интереса, ради того, чтобы поуправлять такой бандурой, я думаю, деньги можно и не жалеть. Вроде не так уж дорого это и стоит. А сейчас посмотрим, почем там. Давайте быстренько заглянем. Если вам захочется, ну, просто попробовать вот такую обезбашенную технику без кипарика, да? Без кипарика. Я его брал... Какого ты у нас уровня? Нам тут главный уровень посмотреть. 7-го, да? Где у нас семерочки? Здесь вот это 6-го, 7-го. То есть 7. Лям 375. Ну, не дешево, я скажу, лям 375. То есть... Ну, поэтому... Смотрите сами. Есть в исследовательской линейке закрытым корпусом, но у него уровень уже не 7-й, а 8-й. С другой стороны, вы можете прокачаться на Буратино. А Буратино меньше. Видите?
Поэтому и Буратино восьмерочку получает. То есть он меньше, он вроде не такой приметный, у него другое шасси. Не такое габаритное. Поэтому да, вот. Когда ты на него смотришь, ты не ожидаешь хороших впечатлений. Но благодаря орудиям, благодаря динамике, возможно, просто повезло, что я когда смотрел про этот танк, хвалили очень как раз легкие орудия его начальные. И они расположили нас к себе и посодействовали тому, чтобы без кипарика Су-14-1 получил от нас 6 из 10.